умер в ванной. Названа причина смерти Шарля Азнавора. Согласно судмедэкспертизе, кончина артиста наступила по естественным причинам из-за отека легких. Появились результаты судмедэкспертизы в связи с гибелью известного французского шансонье Шарля Азнавора. Согласно данным, артист скончался по естественным причинам. Об этом пишет ЛЧИ. Сообщается, что у артиста развился отек легких, когда он находился в ванной. В итоге, отек привел к кардиореспираторной недостаточности. При этом специалисты отрицают возможность нечаянного утопления певца во время нахождения в ванной. Шарль Азнавор, известный французский шансонье, композитор, поэт и писатель армянского происхождения. Он являлся одним из популярнейших артистов своей страны. Аташки получил широкое признание в мире. Ранее сообщалось, что скончался известный советский артист, сатирик и актер Роман Карцев. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.